Украсть несколько сотен тысяч рублей за считанные секунды удалось злоумышленнику в Новой Москве. Мужчина пришел на строительный рынок, но вместо шопинга решил похитить выручку магазина сантехники. Кассир ненадолго отлучился, но закрыл рольставни не до конца. Подозреваемый это заметил, дождался, когда коридор опустеет. Потом легким движением руки просто поднял ставни и вошел. Чтобы лишить магазин всей выручки, мужчине понадобилось полминуты. В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением о краже обратился представитель одной из организаций, занимающейся розничной продажей сантехники. По его словам, неизвестный проник в торговый павильон и похитил оттуда свыше 300 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. 53-летний задержанный – профессиональный вор и хорошо известен сыщикам. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. Полицейский мужчина признался, что все деньги он успел потратить. С кем-то делились из этих денег? Ну да, дал этому знакомому Роберту Николаевичу. Сколько вы денег дали Роберту? Ну, я не знаю, где-то 1070. А в связи с чем вы ему отдали? Ну, тем, что он плакал все время. Денег нет. Вот я ему дал. Похищенные 300 тысяч подозреваемый пообещал вернуть в магазин. Его директор поблагодарил полицейских за оперативную работу. У меня даже слов нет, честно. Ребят, вы так душевно подошли к потерпевшей стороне. Хотел бы вам выразить благодарность. Суд отправил задержанного под арест. Даже если он вернет украденное, наказание ему не избежать. По статье «Кража в крупном размере» возбуждено уголовное дело.